Подруга принесла системный блок и говорит, что он очень у нее сильно стал тормозить. Я сразу же понял, в чем дело. То, что вот эта видеокарта ей не подходит, потому что она очень слабая. Это RX 580 на 8 гигов. Поэтому я ее оставляю себе, а ей поставлю вот такой вот дополнительный вентилятор, переустановлю винду, и все будет работать отлично.